принесешь бумажку, я, может, поеду, покажу, что я была больная, может, простят. Да им все равно, что ты меня потом эти бумажки не найду. Что ты найдешь, я ее заберу назад. Неси, не балуй. Ну, принесу. А соседка твоя дома болеет? На работе, наверное. Ты же болеешь. Она больная, на работу ходит. Да, она больная, а потом после работы еще подождали, как приятно. О, так там же холодно. А что, у нее кашель все насморк? Блин, насморк, но кашель. А как ты пережил эту ночь? Как ты грелся? Так, тест заключается в чем? Что, не закрывал двери? Это обзорная антенна. Сейчас 10 элементов подключу, посмотрим разницу в сигнале. Сейчас пружину поставлю. Ну, так так и говорить, тогда, конечно. А вот сколько ты... Так, женский у нас голос 2 кубика, 2-3. Сейчас посмотрим, как будет на 10 элементах. Так, вот у нас 10 элементов, шкалит мужской, так сказать, голос. Ну и женский тоже. Вот там тоже ветер. Направление у меня запад. Ну этот же. Когда девятиэтажки оттуда. Жаркий парень, блин. Болтает народ. Вечно раскрывает, ему все жарко, блин. Это, а что сейчас на улице за погода? Нормально, солнышко светит, ветерок есть небольшой. Ну, не сильно жарко, я бы сказал. А утром было как ветер? Сильный утром? Утром было штиль, не было ни ветра, ничего. Ну, так прохладно было. Ну, не сильно, а так прохладненько. Ночью было ветер, да? Да и вечером, блин, и... Я в 10 выходил курить, был ветер. И позже, наверное. А в сельпо ходил вчера? Я не ходил. У меня еще были, что доедать. Ты сегодня идешь? Не знаю, может, сегодня пойду. Если мне завтра во второй, может, сегодня мотнусь. Тебе завтра с 12 и до скольки? Иду до... И до субботы, и до 3 субботы. А, до вечера. Сегодня в 7 часов выйди на связь. Ну, ключу, если не просплю. Майкнешь на телефон. Да, может, вдвоем сходим. У меня уже кушать не машу. Да, я тогда не пойду. Вдвоем? У меня не мать, грошу. Гроши мы уже в прошлый раз отдельно купляли, мне не надо гроши. Да я тебя знаю, будешь там ныть постоянно, блин, купи мне цибулик. Каких цибулик? Я не люблю цибульку. Ну, я просто пример привожу. Не буду я ничего ныть, что ты выдумаешь? Ну, посмотрим. Вынесешь мне куртку, я одену, бо я так замерзну, наверное. Посмотрим. В общем, 7 часов. Это ж... А ну, глянь, не будет дождя сегодня вечером. Здравствуйте, мне надо, блин, все включать. Ну ладно, будем надеяться, что не будет. Сказали, в субботу будут заморозки на западной. А нам оно как-то к одному месту западное. И смотри, вот это ты говорил, профилактика. Таблетка это не профилактика. Профилактика... Это в теплом спать вместе, в тепле. Ну да. Может, еще в душ надо пойти. Баню надо, паровую. Не, в душ не надо, бо после него выйдешь и в холод. Это нельзя перепасть температуру. Там все время в тепле.